Вооружившись граблями, метлами и другим инвентарем, сотрудники предприятия организации города, а также ученики школ вышли на массовый субботник в парк культуры и отдыха имени Каратеева. Хорошая погода, бодрящая музыка и чувство локтя способствуют дружной и продуктивной работе. Я даже не могу сюда не прийти. У меня уже в крови это заложено, что надо обязательно прийти. Попробую я сюда не прийти, сам отлично, да? Нет, не скажи, обойди меня. Я буду вот целый год переживать. В этом горсаде мы выросли, в городе Искитиме. Это было самое излюбленное наше место. Как признаются участники субботника, в этом году мусора очень много. Поэтому времени даже на небольшой отдых нет. Зато несколько часов уборки, и уже виден результат. На очищенных газонах вовсю пробивается молодая травка. Жители нашего города, к сожалению, не слишком следят за чистотой городского парка. Но хотелось бы, чтобы парк был чище и время в нем проводить было приятнее. Надо показать пример нам младшим. И парк в очень запущенном состоянии, такое ощущение, что вообще не убираются. Считаю своим долгом прийти и помочь городу. В парке культуры отдыха имени Каратеева работает и специализированная техника. В грузовик загружают мешки, утрамбованные сухими листьями, ветками и мусором, чтобы вывести их на полигон твердых бытовых отходов. Общегородской субботник продолжается весь день. Искитим наконец-то становится чище.